Да мелочь какая-то. Этот берж, но он даже размер от криминального. На сефте вот это. Чего ты думаешь, что это вещи мой? Слушай, сантин будет хороший. Никакой беж. Будешь берши мне ловить. Ты, наверное, не успеваешь подсекать. Вот он, берж, на этот зеленый. Да, есть попичка, но вот так реально, чтобы такой пичок, чтобы я дернул, я так его не чувствую. Ну ты, ну что значит, ты должен на любой подтычке подсекать, а не только на каком-то тычке. Да, стоит берж, и ему нравится зелененький. На большие приманки, короче, поклевок много, вот таких вот бершей, но они не проглатывают его. Поставил просто ради эксперимента твистер зеленого цвета, и пошли вот такие бершаты. Они, конечно, не очень крупные, но это берж. Как отличить берша? По щечкам. Гладите ему щечки, они шершавые, пальчики его застревают. И у берша нет клыков во рту. Толстые темные полоски, и тело кубатое. Морда у нее не вытянутая, а такая как бы, ну, коротенькая. Вот это берж. А маленькие судачки – это не берж, это маленькие судачки. Поклевки на каждой проводке. Видно, стая берша стоит, но судака, к сожалению, нету. Одно время мы на этой точке ловили судака, но сейчас, видно, стайка поменялась, подошел берж. Может быть, судак попозже подойдет. Еще один бершик. Тоже съедобный. А, нет, этот судачок, по-моему. Этого за борт. Судачок. Это судачок маленький. Вроде покрупнее. Ой, хороший. Да, здесь даже уже вываживать приходится. Ты, это судачок. Зачет. Больше моего. Это, друзья, судачок. Поклевка была нежная-нежная. Вот такой колокастик. На маленький зеленый твисторок. Виброхвосты что-то, кстати, не очень предпочитает. А вот твистерочек поставил, ставила и бершей. Вот такой маленький твистер. И вот попался вот такой. Сейчас замерим сколько. Здесь, наверное, сантиметров 50. Ну, не 50. 46.
45. Как ты считаешь, что вот 45? 45 сантиметров. Бежал маленький. Все-таки я его взял, заживал, захавал. Бершик, 100% бершик. Взял вот так, чмок. Маленький бершик. Щечки шершавые. Так, иди к мамке. Что, куколка? Ну что, все, вот. Пойдем в другое место, тенек, может, какой-нибудь попробуем. Троллинга немножко пройдем. Тенек. Да? Ставим тенек. Найдем мы тенек. Там вот столько на ямке на той. Сейчас попробуем там троллингом пройти. Да? Сегодня у нас, в принципе, по трофеям не особо. Судачок сантиметров там под 50. Еще судачок там под 40 сантиметров, в районе 40. Даже не в районе 40, а 42, по-моему, сантиметра. И небольшие бершата, которые отлично ловятся на зеленый твистер. Thank you.
Друзья, всем привет! Мы снова в Храбалаке. Сейчас попробуем половить судачка на глубину, где-то в районе 4-5 метров. Так, потычка была. Есть. Нет, думаю, нет. Такой. Бьет всегда вот в этот воблер, всегда в голову. Видно рыжий цвет. Мило, да? Да. Ему очень нравится. Прям всегда бьет в голову тут. Так, первый пошел. Так везет-то на багах-то. Будешь разбагрильщиком. Самое главное. Тихо, спокойно. Спокойно, Константин. Так, ну, что-то покрупнее вроде начинается. Посмотрим. Вот в этом уже 40-43 сантиметра. Так, фридайвер маленький. Маленький фридайвер с красной головой. Опять. Снова ягодка опять. Скажи спасибо. Спасибо. Друзья. Сегодня утро прям беда. Ловится, конечно, но что-то как-то мелковато. Время уже 7 по Москве. Время, конечно, еще позволяет, но пока как-то экземплярчики, скажем, мелковаты.
Привет! Нам теперь судьба так редко дарит эти удивительные дни. Так давай, извозчик, покемарим. Не на облучке уж, извини. Приятель этих давних дней, пленник, а фейтона нет. Денег брошен, давай, приятель, не жалей денег. Пойдем помянем-ка твою лошадь, извозчик. Отвези меня, родной, я как ветерок всегда был вольным. И пусть стучат копыта дробью по мостовой, но чур не бить коня, ему же больно. Ну что, на ночь забросил на жмых. Посмотрим, что будет. Днем не попадается. Походу я не добрасываю. Здесь очень далеко. Мелко. И свал идет. Первый свал на 4 метра. Довольно-таки далеко отсюда. Не добрасываю. Даже вот хожу, приходится заходить в воду. Не знаю, надеюсь, наверное. И оттуда бросаю. Вот. А следующий свал еще дальше. Вот надо было добрасывать до второго свала. Есть идея заводить на лодке вручную. Вот. Но это немного муторно, поэтому пока попробую так. Кушков возвращать будем.
поеду из-под бровочки. Ой, смотри, судачок. Вот таких судачков мы сегодня наблюдали в морозильной камере на базе, блин. Какие-то умельцы вот таких вот забирают, просто вот. Это не то, что стеклянное, это... Аккуратненько сейчас тебя сниму. Дурачок, избегай всяких дурачков. Давай, беги, маленький. Будь здоров. Я встал на свале. Под нами вот здесь свал идет. Все поклевки, по сути, под ним, поэтому далеко бросать не надо. Можно попробовать еще бросать туда, там еще как бы береговой свал есть. Слушай, лучше я промокну, чем вспотею, мне кажется. Лучше я вспотею, чем промокну. Да? Угу. Ну, Илюша будет мокнуть. Так. Да, неудачно мы попали, блин. Должен был 4 часа же начаться. Мы должны были к этому времени уже приехать. Зараза, блин. Есть. Есть? Да. И смотри, как интересно. Подсак нужен? Подсак, дай мне вот эту маленькую бабочку. Где она? Бабочку маленькую. Коротковата ручка у пацака. Красавец. Так, первый судачок на джиг. Погода ахтунг. Так, этого взяли на базару. Друзья, первый судачок на джиг, полностью у него он в топке, резина от Лакерджон Басара, рыжего цвета. Вот такая, вот такой клыкастик. Дождик, кстати, приятно на тело. Как будто душ принимаю. Ну да, когда трусы промокнут, не точно приятно. А давай все без трусов. Прям так думаю. Прикинь, мимо проезжают, а тут стоят такие два гаврика. Без порток. Червячком бултыхаю, блин. А если еще будет клёв из пулемета, то все, тренд будет. Есть. Так, кола Venom. Ушел. Судачок не очень крупный был, но не доведенный до плавсредства, как говорится. Не пойманный, значит, не пойман. Но поклевка была четкая. Стой, стой, не торопись, я сначала сомажу. Так, все-таки я взял на черного
зелененьким хвостиком. Кинул под берег. Единственное, что, конечно, судак прям там мелкий стоит. Такой мелмакс, это верховка. Очень мне цвет нравится. Такой же есть с рыжим, но я его не взял. Так, давай домой. Хопа. До этого на джин поклевывала от Герман. Вот на такой. Три поклевки было. Но я их не смог засечь почему-то. То есть он активен, но он куда-то просто прижался. Есть. Тоже не крупный, но чуть-чуть покрупнее. Даже видишь, как он выплевывает ее. Опять верховка от Милмакс. И вот такой маленький судачок. Так. Интересно, залетный-то или нет, блин. Это ты поставил оригинальный бандит, да? Да. Так, друзья мои, это что-то вроде бы неплохое. На верхней точке у меня на подыгрывании фигово, походу, засекся, но я так вроде бы его немного додернул. Досек чуть-чуть. Все, вот, наверное, подсак. Так, давай сюда. Поводок. Так, это железная полторашечка. Так, вот такая клыкастая жопа на уголек. Друзья, вот закончилась наша очередная утренняя рыбалка. Встали мы сегодня рано, да мы, в принципе, всегда встаем рано, но встаем затемно. В 4 часа по местному, в 3 часа по Москве. И сегодня утро было очень трудовое. До 8 часов у нас было всего пару дрищей за борт, чтобы никто не сомневался. Так, значит, до 8 часов у нас было, ну,
Один прям дрыщ мы его отпустили, другого мы забрали, где-то сантиметров 38, наверное, в нем было. Не наверное, а да, 38. Вот. И все. Искали-искали в разных местах. И по пути уже домой решил остановиться под базой Левада. Здесь есть такая неплохая тропа, скажем так. И здесь мы половили. Что-то на камеру, что-то без камеры. Вот. Но рыбалка более-менее как бы состоялась. Данная точка спасла нас. У нас более, наверное, 6 или 7 хвостов. Вот. И они, в принципе, все нормальные. От 38 до 50 сантиметров. Все. Сейчас мы едем домой отдыхать. Если получится, если дождя не будет. Сейчас везде опять все затянуто. Идет фронт. То после обеда мы хотим поехать покидать джиф сама возле ямы и попробовать половить щуку на колебо. Все. Тише, тише, тише. Было хорошо, было так легко. Солнечный огонь, атмосферы бронь пробивал, но не пробил туман. И мертвый месяц еле освещает путь, и звезды давят нам на грудь, не продохнуть. И воздух ядовит, как тут. Нельзя свернуть, нельзя шагнуть, и не пройти нам этот путь. Такой туман. А куда шагнуть? Бог подскажет путь. Бог для нас один бесплотный вождь. Чан бросает дрожь. Вдруг начался дождь, нас добьет конкретный сильный дождь. Знакомьтесь, судачок Харбалинский.